Друзья, хочу вам порекомендовать реально крутой канал Андрея Шакирова, который занимается как воркаутом, так и армрестлингом. Если вам интересно и то направление, обязательно подписывайтесь, потому что он профессионал в своем деле. Ссылочку оставлю в описании. Всем привет, друзья, это Слава, и сегодня он вам покажет, какие элементы на турниках он может сделать, и на брусьях тоже немножко покажет. Он специализируется именно на элементах, но мы сегодня тоже попробуем сделать на турнике и на брусьях, взять КМС, попробуем. Я не знаю, как ты думаешь, возьмешь или нет? Я 50 на 50. Ну вот, попробуем. Вы увидите, я думаю, что он один из самых сильных подростков в Эстонии. А еще, самое важное нужно сказать, что у нас на сайте archimorris.com запустилась очень хорошая скидочка в 35% для тех, у кого нет денег. Поэтому переходите на сайт, ссылочка будет в описании, и залетайте, покупайте, а мы начинаем! Тебе сколько лет? Ну, вообще, мне пока 16, ну, можно сказать, 17. 16 лет, можно сказать, еще подросток. Да. Какой у тебя вес и рост какой? Рост у меня примерно 180 с копейками, ну и вес, 70 килограмм держится в районе. Давай, полетели. Да, погнали. Итак, начнем с первых двух элементов. Я сделаю иголочку и после этого упор под турником. Так, следующее мы сделаем сначала офицерский, а потом лучника за спиной. Так, ну это было медленное опускание в крест с проворачиванием плечей в конце. Итак, а сейчас будут различные вариации выходов. Сейчас сразу сказать точно сколько и какие не смогу, но если что, Артур, возможно, потом подпишет, что это было. Классический. Упрощенный выход Декстера. И обратно клад. Сейчас главное не улететь. Дальше будут медленные выходы. Есть медленный выход на кистях, когда мы на турник кладемся вот так. И есть глубоким хватом, когда мы обхватываем турник кистью. Я начну с кистей. Так, а теперь с глубоким хватом. Так, а сейчас будет выход на кольцах. Он сложнее, потому что у нас нету сильной опоры, то есть мы висим, и у нас руки постоянно в подвижном состоянии, плюс сами по себе неудобно, то есть не получится сделать технический, только силовой. Сейчас будем делать нивеладу, и потом будет ласточка. В общем, дальше будет полотенце. Попробую его сейчас сделать. Сложность заключается в том, что у меня очень плохая растяжка для полотенца, но я его все равно умудряюсь сделать. Oh.
квадро на одну руку. Итак, друзья, так как Слава у нас самый мощный подросток в истории, ему нужно будет сделать КМС хотя бы по подтягиваниям. Вот у нас есть колесо, оно весит примерно около 16 килограмм. Ему нужно сделать 16 килограммами, так как он весит 70 килограмм сам. Ему нужно сделать 15 повторений на турнике. Вот сейчас посмотрим, сделает ли он КМС или нет. Короче, друзья, у нас Слава получается самый мощный подросток в Эстонии по элементам. На турнике он, к сожалению, не взял КМС, но все в будущем, потому что у него генетика хорошая. Сейчас попробуем на брусьях сделать КМС. Вдруг получится, слушай, да? Посмотрим, сколько на максимум он сделает. Полетели. Ладно, в общем, сейчас брусья мне нужно сделать 33 раза. Будем стараться. Погнали. На 90 градусов ты очень низко опускаешься. 90 легче будет. Не могу. Сколько? 18. Отжимания с тремя хлопками. Изи, еще раз. Отжимания супермена. Ну что, друзья, если вам понравился Слава, если вам понравилось, как он там отжимается, подтягивается, делает элементы, то обязательно подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании. И не забывайте, что на сайте archimorris.com 35% скидка для всех желающих. Поэтому ссылочки все будут в описании. Увидимся в следующем выпуске, да? Да. Пока!